Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Ангапова принимает свыше 13 тысяч пациентов в год. За это же время проводится более 10 тысяч операций. В рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в БСМП был организован первичный сосудистый центр, включающий в себя реанимацию, неврологическое отделение и отделение реабилитации. В рамках этой программы мы ежегодно лечим более 800 наших пациентов, которые страдают острым нарушением мозгового кровообращения, то есть сосудистой катастрофой головного мозга. Где-то более 30% это геморрагические инсульты, дальше ишемические инсульты, и поэтому и транзиторные атаки есть. И вот в течение 2021 года нам выделено 67 миллионов рублей, на которые мы приобрели более, по-моему, 40 наименований медицинского оборудования. Самым важным для больницы приобретением главный врач БСМП считает компьютерный томограф. Его предшественник был установлен почти 10 лет назад и на сегодняшний день безнадежно устарел и по функционалу, и по спектру исследований. Переоснащена была в БСМП и часть палат. В 2021 году в нашем отделении был проведен практически капитальный ремонт. Путем перепланировки подсобных помещений удалось создать палату для троих тяжелых пациентов, для троих реанимационных пациентов. И по программе здравоохранения мы получили в эту палату три функциональные кровати. Функциональные кровати, они просто необходимы для оказания реанимационной помощи тяжелым больным. Такие кровати просты в использовании и позволяют больному самому модулировать необходимое положение своего тела. Еще в комплект входят прикроватные кресла с функцией регулировки спинки и подлокотников. Благодаря именно пульту управления мы можем создать все физиологические их положения, не перекладывая пациента с кровати. Во-первых, мы видим, что она намного шире, чем наши стандартные кровати. Она имеет противоспециальные борта, чтобы пациенты у нас не падали. То есть при этом, благодаря пульту, то есть мы видим, мы можем всегда поднять головной конец кровати. Что это дает нам возможность? Во-первых, при уже поступлении пациента мы вертикализируем на 45 градусов, что нам помогает в борьбе с отеком головного мозга. Также в сосудистом центре БСМП введен в эксплуатацию специальный подъемник, который позволяет транспортировать тяжелых, неходячих больных на разные этажи для проведения необходимых процедур и исследований. Алексей Унагаев, Николай Манжуев. Специально для программы «Вместе», телеканал «Мир Байкал».